Тут зараз знову ж таки влада закликає українців бути обачними і не ігнорувати, ну, в принципі, ніколи не потрібно ігнорувати сигнали повітряної тривоги, але ось такі дати пікові 23 серпня – день прапора і 24 день незалежності України, коли ворог може вчинити якісь жахливі провокації. Так отут, якщо говорити про ресурс, який накопичив ворог, от, власне, скільки ракет до цього часу він міг накопичити, якщо потенційно ця атака буде, наскільки вона може бути сильнішою і масованішою, ніж те, що ми переживали вже до цього не одного разу? Россияне на скрепах живут и скрепами погоняют, потому у них действительно эти два дня, 23-24, понимая, что для нас это определенные праздники, восприятие их украинским обществом положительное, потому они однозначно попробуют, постараются как-то их омрачить разными методами, малыми атаками, широкомасштабными атаками. Скорее всего, в ближайшие пару дней, 2-3 дня они постараются организовать какие-то наступательные действия в районе Луганского направления для того, чтобы как-то поддавить и обрончить нам определенное восприятие праздников. Ну и однозначно будут какие-то атаки, связанные с ракетными, по крайней мере, атаки. Это и калибры те же, и Х-101, 555-е. Постараются, скорее всего, подключить и Х-23, какую-то баллистику, но больше, чем 50-70 ракет они одномоментно отправить не могут по разным причинам, одна из которых недостаточное количество носителей, не ракет, ракет у них в принципе хватает, у них они в месяц могут производить их до сотни штук, то есть по большому счету они могут где-то 50-70 ракет такую атаку организовать, либо 23-го, либо 24-го, либо разорвать ее по времени, но однозначно это россияне, то есть здесь у них со скрепами проблема. То есть нужно воспринимать грамотно, правильно действовать по сигналам тревоги. Могут вот эти атаки, которые быть крылатыми ракетами, не могут параллельно идти и удары баллистическими ракетами, теми же «Искандерами», теми же «Кинжалами». Подлетное время у баллистических ракет очень короткая, маленькая, потому нужно не игнорировать ни в коем случае на эти два дня сигналы воздушной тревоги. Ну а по ракетам, по крылатым ракетам у нас ПВО отработает, а по баллистическим будем смотреть, куда они будут идти. То есть у нас есть места, где достаточное количество противобаллистических зенитно-ракетных комплексов, а есть большая часть Украины не закрыта от баллистики, потому надо быть предельно осторожным. Поговоримо зараз про російські стратегічні бомбардувальники. Власне, за, ну, фактично останній тиждень кілька разів були атаковані російські аеродроми Сольці і Шайківка. І от зараз з даних, які з'являються у відкритих джерелах, зокрема, от, наприклад, «Українська правда» з посиланням на джерела свої у розвідці, говорить про те, що в результаті цих атак було повністю знищено два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3, ще два літаки пошкоджені. Деякі засоби масової інформації говорять про те, що було знешкоджено 5 бомбардувальників. От, власне, які наслідки цих атак безпілотників будуть? Ту-22М3 – это не стратегический, это дальний бомбардировщик. Стратегические стратегии – это Ту-95 и Ту-160 у россиян. Ту-22 – это дальники, которые выполняют в основном стрельбу ракетами Х-22. Это старые советские ракеты, которые не используют, не точные, с большим КВО, но они их используют для нанесения массированных ударов в основном по инфраструктуре или с целью нанесения большого урона украинцам как таковым. То есть очень много у нас людей погибло от этих ракет. Потому Ту-22М3 – это основная задача по уничтожению. Х-23 у россиян много, мы им только больше 1500 ракет передали в свое время за ГАЗ «Кучма» вместе с Кравчуком, то есть эти первые два президента, если можно их так назвать. А вот то, что Ту-22 – это одна из основных целей, вот как раз и говорит, что
эти ракеты нужно уничтожать только вместе с самолетами, лучше, конечно, самолеты. Вот наши вооруженные силы, в основном это разведка, работает либо Главное управление разведки, либо служба внешней разведки, а скорее всего и та, обе службы разными методами, в основном беспилотники, коптерные, значит, их запускают с самой России, то есть с российской территории, это в нескольких километрах, десятках километров от этих самолетов. Но это хорошие цели, так как их закрыть максимум можно только в Капонирах. На Капониру подойдет тот же беспилотник, его практически ПВО не видит, потому начало неплохое положено. После уничтожения хотя бы части Ту-22, количество Х-22 ракет, естественно, уменьшится.